Большой христианский праздник. Завтра Рождество Пресвятой Богородицы. Этот праздник входит в список двунадесятых, 12 важнейших православных событий после Пасхи. Согласно церковному преданию, родители будущей матери Христа Анна и Иоаким были бездетны. В отчаянии муж отправился в пустыню, чтобы в уединении посвятить себя молитве. В какой-то момент супруги увидели ангела, который возвестил им о скором зачатии. Спустя 9 месяцев родилась дочь, которую нарекли Марией. Рождество Пресвятой Богородицы празднуется церковью как день всемирной радости. Как и в любое другое церковное торжество, в этот день запрещено убираться в доме, работать, ругаться и заниматься рукоделием. Но есть и особенные приметы. Так, например, в этот день нельзя надевать узкую или неудобную обувь. Считается, что если натереть мозоль, можно привлечь к себе неудачу или болезнь. Добрые приметы будет в этот день подать милостыню, поучаствовать в благотворительной акции или стать волонтером. 21 сентября, к слову, чествуют всех матерей, а обладательницы имени Марии отмечают православные именины. По поверью, в этот день каждый человек может обрести поддержку и заступничество Богородицы. Считается, что в этот день окончательно наступает осень и завершаются теплые дни.